Я прекрасно себя чувствую, спасибо. Ловкий? Нет, не надо. Смешно. Знаете, на самом деле, у меня, я так часто уже, если говорить, ну, если называть вещи своими именами, я так часто читаю о себе подобные вещи, что у меня должен родиться уже детский сад. Вот. Но пока, несмотря на то, что я, слава богу, не маленькую Джексон, детей у меня пока нет. Давайте еще хорошо запустилась беседа. Вот, Наташа, вы писали, что костяк для будущего альбома вы взяли из путешествия по Южной Америке. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вас там так поразило, пришло? Ну, во-первых, молодость этих стран, Аргентина, я имею в виду, Чили. Мне просто захотелось в этот момент на Южный полюс. Но я очень недолго думаю, как пару месяцев, пока там виза и так далее, еще когда нужна была виза в Аргентину. Я собралась и поехала туда. И не прогадала, потому что если бы не было этих песен, я имею в виду песен «Армия», песни «Виноград», песни «Флай», то этого альбома бы не было, потому что это же не фабрика, это же не станок. Когда ему, наверное, нужно было появиться именно когда появились вот эти песни. И именно после их рождения я почувствовала, что нужно приехать обратно в Россию и прийти к парням и сказать, что нужно уже как-то записать все всем вместе, а мы очень давно, как вы понимаете, не писали картины. Потому что предыдущий Бонни и Клайд, мы работали вместе с Шурой из группы «Би-2». Мои пацаны не имеют как бы никакого отношения, за исключением пару песен. Вот. А этот альбом создан только нами, придуман только нами. Это такое хорошее, ну, хорошее возвращение к снайперам образца 2001 года с большим музыкальностью. То есть это как альбом «Цунами», а он мне дорог. Были на уральских горах. Нет, такого не было, хотя меня приглашали достаточно часто. Ничего. Поскольку мы постоянно были в рамках тура, вообще-то это стоит пересмотреть, потому что сейчас приехать на день раньше, я думаю, что мы правильно поступили, потому что есть, во-первых, время выдохнуть, есть время действительно погулять по-человечески, есть время ну как-то себя ощутить в городе, потому что в прошлый раз мы сразу же ехали в Челябинск на следующий год. Я буквально здесь походила, поискала смычок для басиста своего и нашла его и поехала в Челябинск. Поэтому было бы здорово, конечно, приезжать, но хотя бы, чтобы у меня два дня. Будем реалистами. Не больше. Спасибо.